понедельника 14 декабря музеи Московской области возобновили работу в обычном режиме. При этом билеты для посещения учреждений рекомендуется покупать заранее через интернет. Для этого была введена их электронная продажа. Ранее в Подмосковье действовал запрет на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев из-за пандемии коронавируса. При этом посетителям не были запрещены прогулки по их территории.